Позиции Евросоюза в отношении президента Сирии остаются жестче, чем у Соединенных Штатов и особенно России. Это показала встреча в Люксембурге министров иностранных дел стран ЕС. Верховный представитель по внешним делам и безопасности напомнила, что при правлении Башара Асада, особенно за последние годы, были убиты тысячи людей. Европейский Союз полагает, что невозможно вернуться к сирийской ситуации 7-летней давности, сказала Федерика Могерини. После 6,5 лет войны представляется абсолютно нереалистичным полагать, что будущее Сирии останется таким же, каким оно было в прошлом. На днях глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал отставку Асада не самым главным сейчас вопросом. Немецкий министр считает, что с ней нельзя тянуть. Политический процесс, в результате которого Асад уже не будет президентом Сирии, предполагает избирательную реформу, конституционную реформу, проведение выборов и национальное примирение. Все это нельзя откладывать в долгий ящик, сказал Зигмар Габриэль. В такой обстановке кое-кто позволяет себе говорить, есть и более опасные враги, это террористы. Если надо, мы готовы работать с Асадом и его режимом. Возможно, даже передавать им территории, освобожденные от террористов. Сам Асад в ноябре выразил намерение остаться у власти как минимум до 2021 года. Он заявил, что политические преобразования невозможны, пока правительственная армия не восстановит конституционный порядок. На этой неделе Брюссель примет конференцию, посвященную будущему Сирии. Ее устраивают ООН, Евросоюз, Германия, Кувейт, Норвегия и Катар.